Депутат законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР Владислав Отмахов на личном приеме граждан обсудил с саровчанами вопросы, которые касаются реализации мусорной реформы в нашем городе. Она стартовала по всей стране в начале 2019 года. На приеме выяснилось, что саровчан особенно волнует тема вывоза мусора с территории гаражных кооперативов и жилых домов. У нас сразу же в два раза, более чем даже в два раза, увеличилась траты на это дело. Можете себе представить, для гаражных кооперативов, там, где в основном владельцы гаражей – пожилые люди. Из города весь мусор повезли к нам. Никто не хочет, не желал, собственно говоря, заключать договора. А куда мусор девать-то надо? Здесь аэродромный поселок, ТИЗ, так называемые товарищи индивидуальных застройщиков. Теперь Яблоневый сад, они все индивидуальные дома имеют. И оттуда вплоть до того, что вырубки деревьев из садов и то повезли на территории гаражных кооперативов. Также саровчане жалуются на отсутствие контейнеров в местах сбора мусора, систематические сбои с его вывозом в выходные и праздничные дни, задержку счетов региональным операторам и переплату управляющим компаниям. По словам Владислава Отмахова, еще до начала реформы в Нижегородской области работали 3 мусоросортировочных завода, и тарифы не сильно отличались от нынешних. Изначально управляющие компании, которые и до этого вывозили мусор, они же его куда-то вывозили, уже тогда работали и должны были вывозить на те сертифицированные полигоны, которые тогда брали 300 рублей. То есть сейчас, если это 360, а что у нас топливо? Ну, сильно не поднялось, там копейки какие-то. Зарплата тоже сильно не поднялась. То есть средний показатель этого тарифа, он не должен сильно вырасти. Только что должно было произойти? Когда выставились отдельно счета за мусор, у нас должны были счета за домообслуживание снизиться. Понимаете, о чем я вам говорю? Но управляющие компании эти деньги оставили в своих карманах. Ну, чаще. Может быть, не все, но очень многие. Актуальным вопросом остается обоснованность начисления платы за коммунальную услугу, исходя из общей площади жилья. Тариф на вывоз мусора в многоквартирных домах, в отличие от частных, привязан к метражу квартиры, а не количеству проживающих на жилплощади людей. Общественники считают этот подход несправедливым, особенно если человек находится в квартире непостоянно, например, уезжает на лето. Все обращения, которые поступили от саровчан, депутат Владислав Отмахов пообещал взять на контроль и по возможности решить проблемы населения на региональном уровне. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.